В ходе плановых испытаний в Старохимках и Левобережном были выявлены повреждения трубопровода. Горячее водоснабжение было ограничено более чем в 50 многоквартирных домах, расположенных на улицах Библиотечная, Совхозная, Пожарского, Академика Грушина и других адресах. В настоящее время ТСК «Мосэнерго» проводит восстановительные работы. В городском округе Химки на данный момент ООО ТСК «Мосэнерго» проводит ремонтные работы по устранению повреждения теплоснабжения. В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации сообщили, что вопрос находится на особом контроле. Эксплуатирующая организация ТСК «Мосэнерго» усилила аварийно-ремонтную службу. Полностью работы обещают завершить до конца дня. Александр Сергеев, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.